Здравствуйте! Сегодня, в этот замечательный праздничный день, я хочу поздравить всех защитников нашего Отечества. Спасибо вам большое за вас, за вашу работу. Благодаря именно вам мы, обычные люди, чувствуем себя в безопасности. Но, размышляя масштабно, что есть для человека Отечество? Ведь Отечество – это не только любимая страна, конечно, это несомненно, но ведь у каждого есть и родной дом, и любимая семья, и именно это тоже наше Отечество. Поэтому сегодня я хочу поздравить также всех, кто защищает и свою страну, и свой дом, и свою любимую семью. Я хочу пожелать вам счастья, благополучия и удачи. С праздником! Сегодня праздник ваш, мужчины. Мы славим мужество и честь. Страны опора, гордость, сила, всех качеств нам не перечесть. Стальной характер, смелость, вера, нельзя сломить вас на пути. Любовь и верность до предела, возможность 100 дорог пройти. Желаем вам больших открытий и теплых долгожданных встреч. Счастливых радостных событий, свой дом, свою семью беречь. Пусть люди близкие вас окружают и дарят вам улыбки и внимание. Пусть на работе вас коллеги уважают, успехов вам и взаимопонимания. Здоровье будет пусть отменным, любое дело спорится всегда. Удача будет рядом, несомненно, достаток, мир на долгие года. С днем 23 февраля вас поздравляем! Для вас сегодня лучшие подарки. Добра, благополучия желаем. Пусть впечатления сегодня будут яркими.